Встречаются как-то летчик и танкист и спорят, у кого сложнее служба. Танкист говорит: да у меня сложнее, у меня танк, там все гремит, там вообще просто невыносимо. Летчик говорит: ну давай покажи, что там у тебя в танке. Танкист, значит, приводит летчика на танкодром, садятся они в танк, тут давай гонять, там стрелять, в общем, в прыжке стреляет, в ров погружается, ну, в общем, полный танковый биатлон, трясется весь. Ну, в общем, выходят они с танка: ну чё, как тебе? Ну, летчик такой: ну да, сложновато. Ну, давайте я покажу, что у меня. Ну, давай. Приходят, значит, они на аэродром, летчик садится в истребитель, танкиста садит сзади и просто вот так вот взлетает просто вертикально и начинает там все свои пируэты выдавать, все самые сложные фигуры там просто потом приземляются, поворачиваются, а танкист сзади сидит и ржет просто, ухахатывается, не может. Летчик такой: тебе что, не страшно было? Он говорит: да нет, страшно. А чё смеешься? Да я первый раз жопой кверху поссал.